Сломались счетчики, перестали считать кубометры. Этот он 58 накрутил всего. Это побольше. Сейчас разберу, посмотрим, в чем причина. Здесь все хорошо. Здесь тоже все целое. Здесь, значит, причина не здесь. Все вот здесь, а скорее всего. Надо стопорное кольцо снять. Сейчас плоскогубцами попробую. Вытащил вот эту крышку. Тут вот резиночка, сальник. Ну, здесь ржавчина, блин. Сожрало что-то. Что тут было? Металлическая шайба какая-то. Лифтулка. Сейчас почищу, посмотрю, что там. Почистил вот здесь все. Клей был какой-то. На клей была шайбочка приклеена. Шайбочка. Ее ржавчина съела, клей остался. И здесь также, на втором счетчике. Здесь вот магнит. Металлическим предметом ввожу по той стороне. А, крутится. Причина поломки счетчика – коррозия.